выражением лица уважаемого Юрия Соломоновича. Ну, в общем, чего я забегаю вперед. Приветствие последнее на сегодня, повторяю. Команда КВН, Федор Двинятин, Москва, Ступино. Два бесстрельных океана глаз, океана глаз, океана глаз. Здрасте, мордасть. Давно не виделись. Точнее, вообще не виделись. Сейчас молодежно-модерновый коллектив Федор Двинятин свернет с пути благоразумия на скользкую тропинку разврата и похоти. Ну что, встречайте, сейчас же, а то перегорят. Вот они, расторопные до безобразия красавцы! Александр Васильевич, how do you do? I'm fine, thank you. Ну что ж, we are beginning! Цигель, цигель, ай, люлю, и тебя постараю. Цигель, цигель, ай, люлю. Ну что ж, дорогие друзья, а начать бы мы хотели с подарка. Спасибо помощнице. Здесь находится то, что мы готовили специально для вас. И... Стоп, хардкор! Встала! Устаканила ливер! Наташа, уйди со сцены, дай нам выиграть. Да пожалуйста! Ушла! Как вы понимаете, ничто человеческое нам не нужно. Номер кислотный гералаш. Лев Валерьянович, вы определитесь, вы завуч или кальмар? Куда поехали-то? Или сохранники шепнулись, первый ряд, номер-то тухловат. Мало эпатажа. Ну что, порадую качков. Я в розовых стрингах на синем побережье в горах притаился и думал, не найдут. Да, Саша, сейчас публику эпатировал, да не выэпатировал. Знакомьтесь, директор нашей команды. Очень даже неплохо играющий директор. Объективно лучше всех играющий директор. И сразу миниатюра хозяйка. Хозяйка, хозяйка, я вашего парня увела. Так все слышали, кто здесь хозяйка? Кто я? Хозяйка! Хозяйка! Кто я? Хозяйка! Хз, о, яйка! Цигель, цигель, ай, люлю, я тебя постараю. Цигель, цигель, ай, люлю, мальчик. Ах, Марина, смотри, не переборщи с порабощением. Тебе не кажется, что ты слишком энергичная для женщины, отдавшей 30 лет матросам? Да, я работала в порту в буфете, ну и что? Был я в том порту, нет там никакого буфета. Я тоже про тебя кое-что знаю. Заткнись. Дорогие дамы и те, кто заправляет джинсы в сапоги. Для следующего номера мне придется присесть. Крепитесь. Шура новости в студии Шура. На уроке физкультуры девочка упала с каната с криками «Ставьте 4!»
Дрон, зашло. Мужчина пошел на УЗИ, а его из его же УЗИ убили. А спонсором сегодняшних новостей является гель для душа Свердловск. Гель для душа Свердловск. Мы ищем другое название. Да, Александр, ты, конечно, не Васильевич. Можно подумать, ты Марина Васильевич. Помощница, ты готова? А сейчас легким движением руки Гитлера. Мы переходим к очередному сюрпризу. У нас урок физкультуры в помещении с очень низкими потолками. Здравствуйте, дети! Мы начинаем первое упражнение. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Переходим к приседаниям. И раз, два, три. Закончили. Подходим к канату. Настер, мань, марш. Спрыгнули с каната. Отжимание для мальчиков. И... Женя, что там? Здесь ступенька. Урок закончен. Крутится земля вокруг своей оси. Подождите, подождите. Ведь мы же забыли про финальную претензию к жюри. Спасибо, Марина. И за тебя тебе какую-то финальную претензию к жюри надо будет придумывать. А претензий пока нет. Финальный сингл! Мы самые не пятый элемент, но кто-то скажет, что мы рудимент. Не понимаю, да не, кто тогда как будто дни. Мы погружаемся. Hello, I'm here for you.